Но это будет вторая часть. Первую часть случайно выключил. Завалится это дерево. И... Ё-моё, чуть не упал. Палку наступил. Скажешь, как ты дорогу понимаешь? А вот так вот, по памяти. Хотя видно, что тропинки нету. Грибы хотел своим побрать. Вот здесь есть. Но это очень-очень какие-то склизкие. Не буду их брать. Это опята. Воды вообще много для них. Сейчас послушаем погоду. Вот немножко по такому лесу еще можно побродить, хотя тоже, ну, я имею в виду более-менее ровно, без коряк особых, и переступать бурелом вот эти. Это черничник, а черники нет. Черники нет. Это тут нет. Я так-то видел чернику. Немного, но есть. Здесь еще надо проверить. Вот спуск с горы. Там нет. Ветка зацепила за это. Выбираешь, где тут лучше идти. Здесь даже забыл, куда идти. То ли вниз спускаться, то ли на эту горку подниматься. Надо Google вытаскивать. Карты. По ним ориентироваться. Сюда. Да, конечно, выглядит это все, вот это вот место, как будто здесь охерительный просто взрыв произошел. Такая воронка образовалась просто гигантская. Ну, в сравнении с моим человеческим ростом, для меня это гигантская. Вот. Что здесь произошло? Я не в курсе. Наверное,
наверх забраться. Все-таки. Вот, честно говоря, человек, который здесь никогда не был, здесь можно легко заблудиться, честно говоря. Я даже вот сейчас вот не ориентируюсь, не по солнцу, как некоторые. По солнцу, кстати, опасно ориентироваться. Оно днем в одном стороне, вечером в другой стороне. Вот. Я имею в виду того, что я-то примерно как бы знаю, где идти. Тропинки нету. Идешь чисто. Тут риски были сделаны топором. Вот, кстати. Вот она, риска. Давнешняя, правда. Вот. Все-таки есть, значит, в сторону иду. Google карты пока залезать не буду. Уху-ху-ху-ху. А здесь вроде вниз надо идти, да? Вроде как, или нет? Нет, наверное, нет. Пары зажрали. А тоже риск уйдет. Это чтобы не заблудиться тут, кстати. То можно так подумать через лет 20, что якобы это... что-то тут такое. Это мы сами тут делали. Чтобы не это... Не заблудиться. Тут пацаны попросили мне озерко показать. Рыбу половить. Ну и короче, а у них топор был, значит, они риски делали. Тёски вот на деревьях, значит, чтобы обратно уже идти. Но тёски уже старые стали, и по ним уже плохо ориентироваться. Сложнее, во всяком случае, стало. Кстати, сюда шел, лес зарос. Так, наверное, я не туда пошел. Еще только 8 минут прошло во второй части. Такое впечатление, блин, комар уже залетел. Такое впечатление, что прошло уже полчаса. А. Вот ходишь, бродишь, пока тропинку не найдешь. Тесочки. Значит, правильно, что я туда дальше не пошел. Свернул. С той дороги. Дальше, пожалуйста. Брелом вот этот. Он хуже. Дальше идти. Ай. Хорошо. Не малина у меня в рюкзаке. Сейчас я растрясу ее всю. Там такая плотная ягода. Ну, ее собирается, там она не спелая. Но спелая соберешь, там каша у тебя будет. Ну, тоже теска старинная. Елка уже высохла, правда. Не видно, видно, сухая. Старинные тески.
А, сюда, наверное. Ну да, где-то здесь тропинка начинаться должна. Странно как-то. Вот здесь вот, вон где тропинка, вот здесь вот где-то обрывается. В этом месте. И дальше нет никакой тропинки. Ну, поверку. То есть по этой тропинке до сюда доходишь и все, и непонятно, куда идти дальше. И мне это тут сейчас пока непонятно. Куда тут идти? Сейчас найдем. Вот так вот. Люди и заблуждаются в лесу. Но я не заблудился. В крайнем случае у меня есть навигатор. Ну там по навигатору. Ну карты. Google карты. Там у меня обозначение. Звездочки поставлю. То есть если что, чтоб мне не заблудиться. Российский лес. Так, ну ладно, на этом достаточно.